una settimana fa, lui si trovava negli scantinati di questa città dove si nascondeva, trovava rifugio e riparo dai bombardamenti, dai combattimenti che hanno raggiunto il suo quartiere. Vladimir è stato tratto in salvo dagli uomini della Wagner che, avanzando appunto in città, sono arrivati di fronte a casa sua. Vladimir non è un semplice cittadino di Artyomovsk, o meglio, una persona che come tante, come migliaia, viveva nella sua città e negli anni precedenti, a causa della mancanza di lavoro e dovendo far fronte alla necessità di dar da mangiare alla propria famiglia, ha deciso di sottoscrivere un contratto andando a servire per l'esercito ucraino. Quindi era un soldato ucraino. Если честно, я ходил просто на работу. Я ходил, ну, как бы, не то, что там, а пытался. Я скрипя зубами туда ходил, можно сказать. Я приду на эту работу, все, мне лишь бы отбыть бы там бы и убежать оттуда. Ну, не мой круг людей это был. Я когда ходил туда, я знал, что местные жители будут плеваться в мою сторону. Я всегда говорю, я когда приходил домой, я даже часто всегда говорю, я когда домой захожу в квартиру, я снимаю верхнюю одежду, в коридоре ставлю, потому что она заплеванная. А вам говорю спасибо, что вы хоть мне в морду плюете, потому что я сепаратист для вас остаюсь. Потому что вот у меня они всегда, ну как бы, ну не было у нас такого взаимоотношения, как бы таких вот. Я не видел будущего, ну, своего в Украине, я не вижу своего будущего в Украине. С такой компанией, как, ну, как бы, извините за такое выражение, конечно, неправильно подобрал, ну, с такими, как называют, побратымами, как они себя называют, и не братья они мне просто такие получаются. Мне даже за вот эти вот часы, их типово, потому что напоминает это георгиевскую ленточку уже. А хотя купил я их в военторге напротив войны. Un paio di mesi dopo l'inizio dell'operazione speciale, Vladimir è nella sua caserma di Artyomovsk e arriva l'ordine alla sua unità di lasciare la città. Viene ordinato di spostarsi verso Curakovo. Quel giorno, fine maggio, lui decide di tagliare i ponti con l'esercito ucraino, decide di disertare. Поступил приказ выдвинуться в сторону Курахова. А это когда было? Это было 28 на день пограничный, 28 мая. То есть вы после мая дезертировали? Да. Сразу, как только поступила команда загрузить эти вещи, и я просто вышел на КПП и попросил там, ну, я просто воды купить в дорогу в магазине, а сам ушел, ну, я местный человек, я ушел на дом своих родственников. Per qualche mese lui vive nascosto nel suo appartamento senza uscire per timore che qualcuno lo possa riconoscere e insomma per il timore che lo possano arrestare perché è un disertore. Sua moglie d'estate muore di infarto mentre sta lavorando nei pressi del proprio orto, dopodiché lui inizia a spostarsi di abitazione in abitazione, di abitazione in scantinato. A quanto voi вообще в подвале находитесь? Ну, в подвале не так сильно, слишком часто, ну, как, нам хватило и недели посидеть именно в подвале жизни такой, ну, не будем ничего брать, там, ну, вот эти, сидеть под обстрелом и думать, что сейчас тебя плитой тут наколоть, и все, что ты не имеешь возможности даже выйти, даже воздух отдыхнуть, ну, мы чересчур просто так, как бы, смотрели на это. А кого больше боялись? Возможных обстрелов или... Нет, вот именно больше боялись именно украинских, потому что они очень как-то недобродушно к нам относились. Я за все время до прохождения только один раз встретился с более адекватными военными, который разрешил из разбитого магазина раздать людям, ну, как бы там, продовольствие такое, что осталось.
Вы бывший, ну, все равно, ну, как бы, не было солдат в СССР. Да. У вас, ну, солдат по званию? Или... Да, солдат, рядовой. Как считаете, много тех бойцов, которым, в принципе, не хотел бы воевать? Много. Ну, просто боятся, за свои семьи боятся. В Артемовске, да, вы сказали, вас пугали, что зайдет Вагнер и вас, у вас будет... Да, нас просто расстреляют, и все. Мы не нужны, мы не нужны, говорит, России, ну, почему, вы ж, нам всегда говорили, вы ждуны, вы ждете российскую армию там. Вы с ними столкнулись, с бойцами Вагнера, что можно... Отличные ребята, своими жизнями должен, чтобы спасать нас. Когда я знал, что это Вагнер, когда нас уже понял, что это Вагнер, это было, ну, как-то, знаете, как поток какого-то воздуха. И когда выводили нас, они же прикрывали нас своими телами, прикрывали. Парни те, что стояли, ну, как бы соседям двумя, они прикрывали огнем, потому что они стреляли по нам, ну, как, когда начали выходить, эти сразу начался, ну, стрелковый бой, получается, знаете. Ну, те потом пулеметов погасили, они как бы замокли, и мы, получалось, что только перебегают, и те, ну, получается, вагнеровцы открывали огонь. Когда мы уже отошли там, мы просто сами так просто услышали, что краем уха, как бы, зашли назад, ну, украинские войска взяли опять дом, как бы, под свой век. Ну, дом потом отбили, потом это мы уже услышали в Зайцево, что, ну, группа, которая нас выводила, погибла. Шум, хай это будет, конечно, чтобы мы неправильно поняли, что пацаны погибли за нас. Потому что тогда им светлая память, конечно, будет. Они положили свои жизни, как бы уже за чужих людей, за своих родственников. Как бы, нет, просто других слов нет, я живу. Уважение, благодарность. Questa è solo una delle migliaia di storie o di milioni di storie di persone e di voci, di persone che vogliono semplicemente vivere in pace, in tranquillità nella propria città, lavorare senza imposizioni da paesi terzi, da chi nemmeno fa gli interessi del suo popolo. E quando si parla di pace giusta, come continua a ripetere la Meloni, ossia di una pace alle sole condizioni di Kiev, significa ignorare totalmente che in questo paese vive anche chi la vive in un modo diverso. Как, на ваш взгляд, должно или может все это закончиться? На мой взгляд, это будет третья мировая война. Пока в Америке власть не поменяется, может, тогда что-то изменится. Какие были настроения в Артемовске? Что там люди думали, когда все это началось? Есть там много людей, которые ждут? Да, много. Потому что люди были в надежде, что, ну, как бы быстрее уже, ну, как бы, много кто ждал, ну, побоялся, конечно. А потом, когда у нас появился там блуждающий миномет, тогда вообще люди стали, ну, как бы, много уезжать. Нас специально расстреливала украинская власть с минометов. Специально, ну, ночью выезжала, я специально наблюдал за этим. Нас в один сторону постреляют, отъедут, стреляют в другую часть района. Это сейчас, когда уже пошло, ну, уже вот так вот, уже, ну, как бы, волна пошла. А до этого кто город крушил, кто разбивал это все? Самое страшное, конечно, уже, ну, так вот самое страшное, знаете, когда с дядькой, ну, когда мы как-то, он говорил, он мне пишет, страшно. Я говорю, Миха, а ты что, в Аване не был? А он говорит, в Аване, блядь, с одной стороны стреляли, блядь. А тут свои ложат. Сколько вас людей положили, свои же, блядь. И вот теперь задумайся. Нахрен эта Украина посралась, да. Отношение какое козлячье стало. У меня когда жена умерла, доктора подъехали, даже не подошли.
Я ее еле похоронил. Я думал, что мы похоронили пустого огорода. Какая ваша мечта, самая яркая? Ярко? Вернуться в Артемовск. Как вы представляете себе будущее? Красиво. Строить новый город.